Подтопление талыми водами нашему региону не грозит. Снег на территории Приртышья и приграничных районах соседних областей растаял. Первая фаза паводкового периода прошла без осложнений, рассказали в ДЧС Павлодарской области. Вторая фаза – приодоохранные попуски с Шульбинского водохранилища. Дамбы в поселке Ленинский и селе Кинжиколь укреплены и готовы. Защитные насыпи, так называемые дамбы, которые ежегодно укрепляются, проверяются комиссионно. Недавно комиссия в составе депутатов Маслихата, акимата города Павлодара, эти земляные насыпи были обследованы. С 14 числа было заседание комиссии, утвержден график природоохранных попусков. Соответственно, с 15 числа начались сбросы Шульбинского водохранилища. У нас есть один из населенных пунктов, расположенном вдоль реки Иртыш, который мы держим на контроле. Поэтому я думаю, что по прогнозным данным, если боковая приточность Шульбинского водохранилища будет в норме, то сбросы, вот эти, которые утверждены графиком, они не повлияют на подтопление населенных пунктов Павлодарской области.